Всем привет, это канал Чернецкий ТВ. У нас Microsoft Flight Simulator X. Сейчас на весь экран сделаем. Что-то когда включаю через Shadow Play Alt F9, почему-то выходит менюшка сверху власть. Ну ничего, блин, страшно, может с ней. Вот, у нас здесь с левой стороны планшет находит, которым сейчас говорит. Тут инструктор нам объясняет, как что пользуется. Я сейчас звук выключил, вот видите, звук отключен, чтобы он не отвлекал. Так, у нас это первая миссия, первый взлет называется. Вот, кстати, появилось табло направления север-юг-запад-восток. И плюс зелененький вот этот вот треугольничек показано, в каком направлении двигаться. Можно менять вид. Можно поставить вот такой вот вид. В этом виде можно осматриваться, да? Одновременно и лететь, и смотреть по сторонам. У меня получается под левой рукой джойстик, под правой рукой мышка. Сейчас она, как раз вот я и осматриваюсь, чтобы управление не терялось. Кнопка на джойстике фиксирует. Вот джойстик, мышка сейчас трогаю, как бы ничего не происходит, да? Ну это уже под настрой, я несколько миссий прошел. На клавиатуре, сразу говорю, играть неудобно. Вот эту вот миссию я прошел на клавиатуре. Потом стал играть мышкой, но тоже как бы не айс, скажу сразу. И вот потом купил недорогой тут на Авито. Они, может, посмотреть у себя в городе. Я у себя самый дешевый нашел за 400 рублей. Врать не буду. Logitech Attack 3, как называется фирма. Ну, мне, в принципе, для начала пока хватает. Не знаю, насколько нас хватит здесь летать. Так, ладно, переключимся вот в этот вид. В самом начале, значит, что у нас получается? Тут он рассказывает, что да как. Вот он спрашивает, да, готово, готово. Закроем пока планшет. Вот можно включить мотор. Все у нас пошло. А, звук он, получается, перекрывает. Сейчас звук. Вот, сейчас у нас он включился. И вот видите, влево внизу показывает стояночный тормоз. Но млок отжимаете, чтобы он не горел. И здесь, получается, точку отжимаете. Вот он. Сейчас газку поддадим. Вот, я на максимум делаю. Все, он стал набирать. 30-40 километров. И вверх на себя пошли. Вот так вот. Я обычно летаю вот в этом режиме. Можно было в кабине смотреть. Так, так, и больше. Можно разобраться не сразу, но разобраться можно. Сейчас на максимальном газе летим. 71. А вот это слева, это я так понимаю, может быть высота. Это пультир, не знаю, работал, не работает. Вторые проходим. Так, игрушка интересная, конечно, но очень такое мудреное управление. Все так на полностью реалистично так сделано. Вот, поэтому вся клавиатура там задействована. Я в плане кнопок не знаю, так чисто, которые кнопки нужны для управления. Ну, вообще сейчас уберем, в принципе. Планером спланировать, если хочу. Хоть и с мотором. Вот сейчас я вообще звук мотора убрал. Сейчас чисто мы планируем. Скорость падает. Ну вот тормоз включен, нас показывает. Вот как бы на этом первая миссия у нас пройдена. Моторчик работает, все четко. Так что смотрите, как бы
Буду на каждой миссии отдельное видео снимать, какие миссии прям уж получится, соответственно, пройти. Не так все просто, как нам кажется. Все, ладно, всем спасибо за просмотр. Это у нас была первая миссия, первый полет, учебный полет, первый, как так она называется. До встречи в следующей миссии.